Друзья, всем привет! В этом видео я проведу инспекцию гостиницы Mirage Park Resort, которая находится в поселке Гюнюк. Это рядышком с Кемером и, в принципе, не очень далеко от Анталии. В этом видео я вам покажу, постараюсь показать основные нюансы этой гостиницы, как она выглядит, ее качество. Ну и надеюсь, эта информация поможет вам правильно определиться с выбором вашей идеальной гостиницы для вашего идеального отдыха. Холл гостиницы Mirage Park Resort. Интересный холл. Играет музыка. Музыка играет достаточно громко, я бы сказал бы не тихо. Здесь у нас есть декорация. Декорация, правда, из искусственных цветов и растений. Сразу что могу сказать по своим ощущениям. Самое главное, здесь приятно находиться, приятный аромат, ароматизатор в данной гостинице. Друзья, и смотрите, какой важный элемент. Здесь живая музыка играет. Не просто музыка, а живая музыка. Слева у нас находится ресепшн, там, где туристы регистрируют свое проживание. Дальше у нас идет... Ну а дальше переходим сразу к обзору номера. Стандарт есть двуспальные кровати. Так, друзья, показываю вам номер в гостинице Mirage Park Resort. Номер категории стандарт. Смотрите, значит, это номер с видом на море. Вот такой вот открывается шикарный вид из балкона. Номер категории стандарт. Значит, оформлен в таком вот белоснежном стиле, весь в белых таких тонах, две отдельные кровати. Значит, есть телевизор, есть у нас мини-бар, чайный набор. Санузел тоже беленький, такой вот идеально чистое все. Душевая кабинка, ванны нету. Также есть в этой гостинице и здание парк. Вот. Значит, номера там ничем абсолютно практически не отличаются, за исключением покрытия на полу. Хороший номер. Мне нравится. С левой стороны релакс-бассейн. Левее с горками бассейн, там летом шоу, водное шоу проводится. А сколько горок? Три горки. По расписанию работает, да? Да, по расписанию работает. Сейчас, ну вообще с 1 апреля летняя концепция начинается, но так как по погоде в этом году зима удлинилась, поэтому, да, затянулась, поэтому еще не началось активное вот, ну, водное школа, и там программы будут. Летом сезон, так скажу вам правильнее. Аликарт ресторан рыбный здесь будет. Сейчас он тоже в отдельном, не в главном ресторане. Покажу, когда пройдем туда. На территории имеется мини-зоопарк. С правой стороны готовятся лепешки. Вот зелено на крыше, вы видите место, гамаки. Еще дальше, вот за лепешками, мини-зоопарк. Там рыбки, кошкин дом. Павлин, такой вот. Теннисный корт имеется, потом... Большой? Да, есть большие, есть футбольное поле, есть у нас большое тоже. Пойдемте. Протяжение пляжа 450 метров. Самая большая территория, можно сказать, в этом отеле пляжная. Вот карта отеля, я вам здесь немножко вкратце еще расскажу. Вот это бар на пирсе, который еще не открыт. Главное здание вот это, куда мы пришли сейчас. Бассейн, релакс-бассейн, бассейн с горками. Вот здесь находится амфитеатр. Вот здесь сейчас проходит аликарт ресторан. Это вот главный ресторан. Вот здесь главный ресторан, терраса. Вот сейчас мы видели с левой стороны, да. И сразу с левой стороны аликарт ресторан Фаселис.
рыбный и турецкий здесь. Угу. Летом вот здесь будет он, вот, вот здесь будет а-ля-карт летом проводиться. Угу. Четыре виллы, угу. Сейчас там идет еще ремонт, угу. Их расширяют. На каждом этаже по одному апартаменту. Здание парк, все стандартные номера там находятся. И все в таком же состоянии, как это? Вы полностью? Да, в 2016 году была реновация. А площадь такая же, как в главном корпусе? Да, площадь а такая же. Хотят главное после здания? Потому что ресторан здесь, там только лобби-бар, поэтому, угу, может быть. Да, далековато. Да. Чтобы просто, близко, да? Ходить. Было, да. Ну, да, по стандартные номера и 26 квадратных метров. В главном блоке 358 номеров, и 3 номера предусмотрены для гостей с ограниченными физическими возможностями, и 24 номера со смежной дверью. Мини-зоопарк вот с правой стороны здесь, вот он там. Что еще? А сколько горок там? Три? Горок, горок сколько? Горок, три горки, да, в бассейне, шоу водное поло и, ну, программы в бассейне там проводятся. Вот так, друзья, выглядят горки в гостинице Mirage Park Resort. Значит, здесь три горки, они такого среднего размера, то есть это тоже как бы небольшой, но плюс у гостиницы Mirage Park Resort наличие этих горок. Есть бассейн, естественно, как бы, и что еще? Дальше мы видим корпус парк гостиницы Mirage Park Resort. Здесь есть бар, я вижу, возле этого бассейна с горками. Так что прохладительные напитки здесь тоже возле горок вы можете попить в этом баре. Шезлонги, зонтики здесь белоснежные, все беленькое, чистое. Значит, что здесь? Вот единственное, что сам материал, который выполнен, из которого выполнен зонтик, он синтетический, поэтому скорее всего может создавать немножко так вот паровой эффект летом, когда в июле, в августе месяце будет очень сильно ярко светить солнце, и здесь будет в регионе Кемер очень высокая влажность. Территория, естественно, как бы очень ухоженная в гостинице Mirage Park Resort. Красивые газоны, выстрижены, зеленые. Есть пальмы, есть, в принципе, и другие деревья, есть сосны. Приятная территория. Так, друзья, смотрите, показываю вам пляж гостиницы Mirage Park Resort. Значит, пляжная линия очень длинная, по-моему, 450 метров. Значит, показываю пляжное покрытие. Основная часть – это меленькая галька, вот такая она. То есть песком я не могу это назвать. Смотрите, значит, сами решайте, что это такое. Лично я называю это, ну, микроскопической галькой. Дальше. Значит, это основное покрытие пляжа Mirage Park Resort. Ближе к морю тут уже будет мелкая галька. Показываю, как она выглядит в руке, чтобы вам была понятна ее фракция. Вот так вот она выглядит. Она мелкая. В принципе, вполне нормально заходить по ней, но, конечно, если у кого-то нежные ножки, кому-то не нравятся галечные пляжи, но выбрал все-таки эту гостиницу в качестве своего отдыха, то используйте специальную обувь для этого, и вопросов у вас не будет. Другой момент, либо пользуйтесь пирсом,
Здесь абсолютно отличная деревянная дорожка идет от гостиницы к пирсу. И с пирса вы сможете спуститься уже непосредственно в море, чтобы вообще не касались ваши ножки этой гальки. Что касается входа с берега, то здесь стандартный пологий заход в море. Галька здесь начинается мелкая, потом переходит в крупную. Но там, где она переходит в крупную, скорее всего, ну, вы мало будете по ней идти, там уже, скорее всего, уже нужно будет плыть. То есть метров, в принципе, вот так вот 7-8, и там уже более глубже. А здесь вот такой вот пологий абсолютно заход. Естественно, водичка идеальная, идеально прозрачная водичка. Вот смотрите. То есть все гостиницы, которые находятся в регионе Кемер, обладают вот такой вот водичкой. За все время, когда я находился, в принципе, в этом регионе, больших волн я никогда практически здесь не встречал, поэтому с ребенком должно быть вам комфортно отдыхать, но это вам решать. В общем, друзья, надеюсь, я полноценно рассказал вам за пляж гостиницы Mirage Park Resort. Пожалуйста, поделитесь в этом видео, вернее, в комментариях под этим видео, вашим мнением по пляжу данной гостиницы, ну не только по пляжу, в целом по гостинице Mirage Park Resort. Напишите свои впечатления по отдыху. Я думаю, будет всем полезна эта информация туристам, которые хотят рассмотреть эту гостиницу в качестве гостиницы, в которой они проведут свой отдых. Так, смотрите, друзья, сейчас я уже иду от пляжа гостиницы Mirage Park Resort. Надеюсь, я все понятно вам показал, рассказал все нюансы по данной гостинице. Нам также все это рассказывал сотрудник этой гостиницы Mirage Park Resort. Что хочу вам сказать из своих впечатлений. Гостиница качественная, ухоженная, видно ухоженная, все вот. Есть и пальмы, есть и другие деревья, есть сосны, как бы. Но лично для меня просто вот количество этих деревьев как-то, ну, недостаточно. В плане того, что, допустим, если бы было бы больше деревьев, было бы больше теней. И летом было бы здесь комфортнее, в этой гостинице. Но опять, мы имеем в данной гостинице то, что видим. И надеюсь, вам это все понятно. Само качество гостиницы лично у меня не вызывает никаких нареканий. Да и туристов, которые отдыхали у нас в этой гостинице, никаких вопросов не было, в принципе. Номера светлые, в светлых тонах, качественные. Может быть, где-то есть какие-то там огрехи. Опять, лично я в данной инспекции гостиницы их не заметил. Если вы, конечно, знаете, друзья, напишите в комментариях под этим видео, поделитесь этой информацией, впечатлениями по этой гостинице Mirage Park Resort. Значит, есть два корпуса, основной корпус и корпус парк. Разница, в принципе, несущественная в этих номерах, просто в номерах, к примеру, вот стандарт, в главном корпусе идет ковровое покрытие, а вот в номерах, которые находятся в корпусе парк, там идет покрытие пола без ковролина. То есть, в принципе, как бы вот это вся разница. Ну и вся инфраструктура, то есть ресторан, находится у главного номера, то есть, а там есть только бар возле корпуса парк. В общем, вся вот эта информация, которую я вам показал, надеюсь, будет полезна для вас. Ну а вы, в свою очередь, если имеете какую-то информацию, если вы можете поделиться своими впечатлениями по этому отдыху, пишите это все в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации, для того, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями. Друзья, один еще такой вот важный нюанс. В дверях, которые выходят из холла гостиницы Mirage Park Resort на улицу. Значит, двери автоматические, но чтобы они открылись, обязательно нужно нажать, ну, поднести руку к этому включателю. Если вы не поднесете руку, то двери не откроются. И поэтому, если вы будете прямиком идти через эту дверь,
то, ребят, она не откроется, и вы можете врезаться. А дверь абсолютно прозрачная, за исключением вот этого вот логотипа и вот этой инструкции. Внимательно, пожалуйста, отнеситесь вот этой вот подсказке, чтобы кто-то потом просто не врезался в данную дверь. Так, смотрите, друзья, сейчас постараюсь вам показать ресторан гостиницы «Мираж Парк Резорт», ну и основное меню данной гостиницы и то, что кушают гости данной гостиницы. Добрый день. Добрый день. Так, смотрите, друзья, в принципе, наверное, комментировать я не буду данные блюда. Надеюсь, вам будет все видно здесь, потому что людей очень много. И громко кричать я как бы не могу, а тихо, если я буду с чего-то комментировать, скорее всего, вы не услышите. Так, здесь у нас цукини, жареная индейка, курица с овощами, рис с кукурузкой, фрикадельки какие-то. Гриль антрикот. В общем, тут у нас мясные блюда. Есть и курочка, и рыбка. Рыба на гриле, рыба на пару. Какой-то плов. Здесь мясо у нас жарят. Рыбка. Соусы. Спагетти. Картофель фри. Тут вы можете сделать гамбургеры. А здесь вот диетический буфет. Значит, есть вареные овощи, вареная индейка, рис отварной какой-то. Большой ресторан. И людей тоже, кстати, много. Видимо, сейчас открытие ужина, поэтому людей будет много. Если придете попозже, то, естественно, людей будет уже поменьше. Я думаю, здесь вполне достаточно всех блюд, всего меню, чтобы оно продолжалось от начала и до конца. Всех блюд было достаточно для всех гостей гостиницы «Мираж Парк Резорт». Такие здесь красивые украшения. Буженина какая-то здесь вот. Чего-то колбасное. Сейчас пока немного еще гостей здесь. Покажу вам сладкий стол гостиницы «Мираж Резорт». Есть различные там турецкие сладости, есть тортики. В общем, сладостей тоже очень много, они разнообразные, вполне интересно все это выглядит. Я думаю, на вкус тоже оно вкусно все. Не знаю, получится, не получится попробовать, потому что сладостей уже. Так, вот здесь у нас фрукты, есть арбуз резанный. Есть клубника, есть киви, есть бананы, яблоки, алыча, груши есть. Есть сливы. Так, друзья, смотрите. Значит, ввиду того, что очень было много людей в ресторане, в гостинице «Мираж Парк Резорт», то у меня не получилось вам показать полноценно все блюда, которые кушают гости этой гостиницы. Поэтому смотрите, значит, рассказываю вам, в принципе,
У нас был ужин в данной гостинице, и мне удалось там покушать. Рассказываю вам свои впечатления от ужина в гостинице Mirage Park Resort. Значит, самое основное – мясные блюда. Их, конечно, очень много разнообразности именно мясных блюд и, наверное, правильнее ингредиентов. Смотрите, из ингредиентов основных, которые участвовали в мясных блюдах, это говядина, это индейка, это курица. Вот, то есть основные ингредиенты три. Естественно, разнообразие из этих ингредиентов большое. Вот, дальше много, конечно, салатов всяческих. Ну, собственно говоря, гостиница 5 звезд, естественно, это будет в большом количестве в ассортименте. Дальше, значит, была рыбка на гриле, окунь. Что еще было? Значит, гарниров тоже, естественно, как бы все. Паста там, пловы, тому подобное, картошка фри, такая и такая, то есть абсолютно все. Значит, из фруктов. Фруктов стандартные для данного времени года, то есть май. Это яблоки, апельсины, сливы, алыча там какая-то была, бананы были. В общем, ну, в принципе, как бы, смотрите, по всем гостиницам, что мы сегодня посетили, 14 гостиниц, вернее, не по всем гостиницам, из тех гостиниц, где мы кушали, то есть обычная фруктовая концепция ничем не отличалась, то есть практически во всех гостиницах она была одинаковая. По сладостям. Сладости вкусные, очень вкусные. Я там попробовал несколько штучек видов сладостей. Мне очень понравились. Поэтому однозначно по питанию я как бы положительно отношусь к этой гостинице. Друзья, вы тоже напишите в комментариях под этим видео, что же вы считаете по поводу питания в гостинице Mirage Park Resort. Напишите ваши впечатления, чтобы и другим было что почитать важной информации для того, чтобы правильно принять решение, подходит данная гостиница туристам, либо не подходит. Ну и не забывайте подписываться на наш канал Pets & Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации о том, как путешествовать всегда только с положительными впечатлениями. 5 звезд, ультра, все включено, концепция. На берегу моря, Гёник, Кемер, Анталия. Площадь отеля всего 110 тысяч квадратных метров. Количество номеров 596 номеров. Количество коек 1236. Количество этажей пятиэтажное здание. Мы находимся в главном здании. В отеле два здания. Здание парк с левой стороны. Будем прогуливаться, я вам покажу. И вот это здание, главное здание. На территории отеля и в номерах, и внутри здания бесплатный Wi-Fi. Если кто же по желанию хочет ускорить скорость, то это платно. Общие характеристики всех номеров: электронный ключ, ежедневная уборка номера, бесплатное пополнение мини-бара каждый день. В мини-баре сок, холодные напитки и пиво. Доступ в интернет, стандартная скорость бесплатная, электронный сейф тоже бесплатный, телевизор с широким экраном, спутниковой антенной, центральный кондиционер, телефон, ежедневное пополнение мини-бара. Номера какие? Номера, стандартные номера. В парк здании стандартные номера только. Одинаковые с номерами в главном здании, только там на полу паркет. Все, да. А здесь ковролин. Все остальное одинаковое. Больше отличий никаких нет. Больше отличий нету, да. Все одинаковое. Максимальное размещение. Максимальное размещение в стандартном номере 3 человека. Одна двуспальная кровать, две односпальные кровати, один туалет, душ. Нет, три человека. Есть и кровать целая, и сок, ну как, раскладная кровать есть. Есть кровать на колесиках, она привозится в целом виде, дополнительная кровать. Junior Suite, номер Junior Suite, максимальное размещение 4 человека, 56 квадратных метров Junior Suite. Один туалет. Семейные номера, 50 квадратных метров. В главном блоке с видом на море или горы. Максимальное размещение 4 человека. Одна двухспальная кровать, две односпальные кровати, балкон. Вилла. На территории имеются 4 виллы. 144 квадратных метров.
На каждом этаже находится один апартамент. В апартаментах две спальные комнаты, одна гостиная, совмещенная кухня, один туалет и душ. Во всех комнатах ковролин, а в ванных комнатах керамическое покрытие. Характеристики: одна двуспальная кровать, две односпальные кровати, терраса с двумя шезлонгами, мягкий уголок и обеденный стол. Концепция: медовый месяц. У нас один завтрак бесплатный в номер, один раз посещение аликарт ресторана бесплатно, наволочки с логотипом отеля в подарок, пляжная сумка в подарок, 20% скидка в спа-салоне, одна фотография профессиональная в подарок молодоженам. Нужно при себе иметь сертификат или штамп в паспорте трехмесячного времени. Концепция для малышей – это детская кроватка бесплатно, детская ванночка для купания, электрический чайник, коляска на прокат в день $5, ну, под залог дается коляска детская. Платные услуги – радио няня, коляска, услуги няни. А сколько залог для коляски? Долларов 20 примерно. В ресторане главном имеется отдельная зона для детей, питание. Мини-клуб работает целый день. Питание обычное, плюс имеется и молоко для детей, плюс готовое питание тоже имеется. Турецкая фирма Милупа называется. Баночки, да. Пастеризованное молоко, стерилизатор для бутылочек, это тоже все бесплатно. Стульчик для кормления, подогреватель для бутылочек. Вечернее шоу, привозные шоу летом, это как, ну, значит, будет. Для детей привозные шоу у нас в две недели раз на пляже, надувные горки будут две недели раз. Привозные шоу, танцы, ну, как бы разные. Каждый день начались уже активное шоу. Каждый день, сегодня тоже в 9:30 будет шоу. Безглютеновая кухня у нас в отеле имеется. Безглютен, знаете, что это? Белок растительный, у кого аллергия. Нужно, если до 10 человек гости имеют аллергию на безглютен, на глютен, то готовится им кухня индивидуально. При заезде они обращаются в отдел по работе с гостями, мы записываем все. Если больше 10, то это в ресторане, отдельный ресторан для гостей. Что еще? Питание на территории: лепешки готовятся с 12 до 4, в ресторане с горками с 12 до 4, снэк-ресторан. С 2 до 4 у нас кондитерская, сладости, мороженое, горячие напитки. Аликарт-рестораны 2, имеется рыбный и турецкий. Посещение аликарт-ресторана это платно, $8 за человека. Детское меню $4. Детское меню. Что еще? Номера я вам покажу, территорию мы пройдем. А концепция алкоголя как представлена? Концепция алкоголя, импортные напитки платные. Все, ну, есть... все платные импортные напитки? Все платные импортные напитки. Есть и турецкие напитки, некоторые платные. Это уже в баре по приходу гостей. В баре всем, ну, как информация дается. День рождения. Если у ваших гостей день рождения будет в день заезда, то, пожалуйста, отметьте это заранее, чтобы в номер у нас символический торт и бутылка вина в номер отправляется. После того, как они заезжают, если это будет рождение, то мы в системе видим и отправляем им. Но если в день заезда, пожалуйста, отметьте это. День рождения. Дискотека есть, да, с 23 в 11 часов до 5 утра. Дискотека, но дискотека до 2, а до 5 утра работает бар. Сейчас уже дискотека на пляже открылась, была в закрытом месте зимой. Отель работает 12 месяцев, поэтому... Дискотека уже началась. А бар непосредственно на самой дискотеке там есть? Да, да. В дискотеке есть бар, который работает до 5 утра. В 5 утра открывается вот здесь Тропикана бар до часу ночи. Лобби-бар работает до 12 вечера. Да, а на дискотеке? Бассейн с подогревом есть, спа-салоне есть большой бассейн, плюс детский бассейн. С 9 до 8 работает спа-салон. Там закрытый, да, бассейн? Закрытый бассейн, да, который с подогревом. Да. Фитнес-клуб тоже с 9 до 8 бесплатный, есть, находится на этом этаже.